Это ящик. Чисто твою мать. Вот мотор, да, такой, блядь. Ну? Снизу засасывает воду. Четырехтактный воздушное охлаждение. Фонда. Турбинка вот он за воду засасывает, выталкивает и вперед. И прет хорошо. Ну и нормально. Я обяжку-то он был толкал. Ездил. По озеру самый мотор. Вот такой мотор тоже с собой в лодку. У него бачок, видишь, какой бачок поднесен. Он жрет пол литра, забудь сейчас свалить. Оба бачочек. Видишь, какой маленький, под бензин. Вот такой с собой хорошо, Толик. И сразу на озеро утащишь. Нет, для лодки, для воды. И доехать. Нет, слабо. Нет, на большом моторе едешь, а если на всякий случай. Нет, две лошади, да, у него? Две лошадиных силы. Хонда. Он длинную не помнит. Маден, Япон, японский чистый. Японский, Хонда, это фирма, да. Японская. Чё, твою мать, вот делают. Пластмасс, новенький. Да они даже гайки совсем другие. Ну. Не то, что наши были там раньше. Ну, там крючаточка этот крутит. Вон оттуда, отсюда, смотри. А, да-да-да, вон намотал. А, это траву, ну, наматывает иногда. А это траву ты. Траву. А, ничего, это... Вот, да, мотор. Все автоматизировано. Румпель. Кнопка. Удобно. Да заводится с первого раза. Без всякого усилия. 1020 стоит. 20 чем-то. Ну он тот вот пятисильный у тебя поменьше он стоит. Пятисильный 33. 33. Или 32. Как им? 32 тысячи. А по-моему дешевле он там. Не, 32. Где я видел? Вот.